Сегодня цель нашего приезда, мы приехали рассказать, что мы планируем делать на вашей территории в ближайшее время, ну и выслушать ваши пожелания или удовольствия, или замечания, те, которые у вас есть. Мы здесь в составе, и председатель Совета депутатов, и МУП, и МГУ, и ЗАМы. Мы как бы готовы ответить будем на все ваши вопросы. Сейчас я вкратце немножко начну с того, то, что планируется сегодня в вашем округе. У каждого времени свои вызовы, но всегда остается актуальным, важным и непременным диалог с жителями. Постоянный разговор с людьми. Об этом говорит и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. В городском округе Зарайск продолжаются выездные встречи с населением представителей власти. Среди предложений и замечаний, которые были озвучены жителями на встрече в поселке Масловский, перенос автобусного павильона для удобства пассажиров, обустройство хоккейной коробки и установка спортивной площадки для молодежи, ремонт кровли многоквартирных домов и строительство новой котельной. Глава округа отметил, что будут приняты все необходимые меры для решения обозначенных проблем, чтобы сельчане на себе почувствовали происходящие перемены.